Здравствуйте, друзья, доброе утро. У нас сегодня тема такая интересная будет. Есть слово в английском языке с таким практически идентичным, ну, близким словом в русском. Это слово mess. То есть, когда наворотили, черт знает, там, налопатили, вот создали такое мессиво. Вот этот английский mess и вот это вот русское там замес, месиво, вот тот же самый, от слова мешать, да, мешать, намешали, вот намешали некоторое месиво, вот, вот английское месиво, mess. И есть такое, знаете, оборот, когда говорят, что кто-то, вот он начал чем-то заниматься, и он создал вот это месиво, created a mess, то есть там просто, ну вот, какой-то бардак, кавардак, не поймешь, чего он там натворил, когда ужас какой-то, вот теперь надо разгребать, теперь этот mess надо разгребать. И с одной стороны, да, вот так, такой есть оборот. С другой стороны, есть мысль такая, говорят, ну, это неплохо. Говорит, начни с того, чтобы создать этот самый mess, да, а дальше будешь разгребать. Так тоже, вот, говорят, есть такое вот, ну, как рекомендация. Говорят, не бойся, что ты создашь какой-то mess. И смысл этого в том, что... Конечно, когда у тебя есть четкая идея того, что ты делаешь, четкая, ты в состоянии спланировать, расписать, по деталькам разложить и так далее, то никакое месиво тебе там не нужно. Тебе нужна четкая такая хирургическая операция, раз, и ты в дамках. Ну, конечно. Но это же кто в состоянии так работать вот с чем-то, особенно с тем, чем не приходилось раньше дело иметь. Конечно, если ты, ну, я не знаю, там, делаешь там 4 операции аппендицита в день. И так уже на продолжение, там, я не знаю, 30 лет. Ну, конечно, какой же там тебе месс? У тебя там до секунды уже, понимаете? Ну, я так утрирую, так сказать. Я не навязываю людям медицинской профессии, как им делать аппендицит. Но я просто говорю, что одно дело, когда ты это делал тысячу раз, а другое дело, когда ты делаешь первый раз. Тот же самый аппендицит, но первый раз. Понимаете? Совсем не то же самое. Хотя, безусловно, там есть по каким материалам разобраться там и так далее. Вот. А когда ты что-то пытаешься создать, стартап какой-то, предприятие, бизнес начать, в жизни что-то изменить. Ну, вот у нас на канале мы видим много людей, которые и профессию меняют, и в эмиграцию, то есть меняют страну проживания, язык, на котором там они каждый день говорят в основном и так далее, и так далее. Они неизбежно оказываются перед выбором. И этот выбор как бы очень хорошо просматривается у нас на канале. Значит, выбор такой. Либо я должен там до микронов все расписать и знать, что со мной произойдет, либо я попадаю вот в этот самый месс. И я никакого месса не хочу, я никакого риска на себя не беру, мало ли что там может получиться, мало ли с чем я выйду из этого месива. Понимаете? Нет, так я не хочу. Я хочу расписать заранее, чтобы все было известно. И вот люди сидят на форумах и читают всевозможные, значит, истории, что на самом деле неплохо, я совсем даже не против. И вот там, я помню, на форуме «Говорим про ЕС», там было много дискуссий о прохождении интервью в посольстве США в Москве. И вот там был некий, значит, объект, женщина, консул, которая, значит, там собеседует людей, или там, по-моему, да. Вот там розовая кофточка, она шла по имени розовая кофточка. Видимо, она всегда сидела в этой розовой кофточке, чтобы люди с форума не перепутали ее ни с кем, я не знаю. И вот эта розовая кофточка, или там окно номер 4, или там что-то еще. И вот там сидит человек, и там какой-то вот опыт прохождения интервью вот с розовой кофточкой, там он лучше, чем вот с кем-то еще. Или там начинается вот, допустим, ты едешь на интервью в Варшаву, значит, где ты выходишь с вокзала, на какой автобус ты садишься, в какую конкретно гостиницу ты едешь, как с ней заранее там созвониться и так далее, и так далее. То есть до микронов такая, знаете, подробнейшая инструкция, вот как решить какой-то вопрос там и так далее. И это все замечательно. Это все замечательно. Ну, вот просто бывает, что ты приехал, допустим, а она не в розовой кофточке сегодня, а в желтой. И, может быть, ее вообще сегодня нет, заболела. Бывает, ну, всяко бывает, понимаете? То есть, как бы вы ни готовились, а этот месс, он может возникнуть на совершенно ровном месте. И обычно, я вам скажу,
А когда вот в лотерею кто-то выигрывает, знаете, что-то хорошее в жизни человека происходит, это всегда какой-то другой человек. Вот почему-то никогда в лотерею мы не выигрываем. Вот выигрывает кто-то. И наоборот, когда какое-нибудь дерьмо происходит, почему бы этому дерьму не произойти с кем-то еще? Нет, оно обязательно на нашу голову. Вот такая интересная закономерность, друзья. Я вам советую обратить внимание, как так получается. Как чего хорошее, так кому-то, а как чего-то плохое, так сразу к нам. И вот, вот этот самый месс, он так вот тоже, кто-то скажет, ну, так со стороны ты думаешь, мы как чистенько прошел человек, так шел, так все у него сложилось. Мы просто не знаем, какой там был месс на самом деле. Это мы думаем. Вот, ну, не суть. К чему я клоню это все? К тому, что если ты не знаешь, что и как, ну, не знаешь, но как бы ты понимаешь, что вот есть некоторый вектор, есть направление, и это правильное направление, это твое направление. И в какой-то момент ты говоришь, ну вот тут есть какая-то критическая точка, дальше которой нет смысла изучать там подробности, ну просто потому что уже как бы неэффективно, да, то есть вот эти подробности, они могут случиться, не случиться там и так далее. То есть я против того, чтобы с головой в омут, или там под лед, в прорубь, знаете, и неизвестно, где ты там вынырнешь, будет там чистая поверхность или нет. Нет, конечно. Конечно, надо понимать, что ты делаешь. Но не надо бояться создавать вот этот самый месс. Лишнего не надо. Вот эта грань такая. Понимаете, лишнего месса не нужно. Там, где никакого месса может не быть, не надо его создавать. Но есть ситуация, когда ты просто дальше уже не проходишь. Дальше ты не можешь спланировать. Ты говоришь, ну вот так. Или я иду с риском создать какое-то место там и так далее. То есть практически, на самом деле, не с риском, а с гарантией практически создать какое-то место. Гарантированно. Вот. Или я сижу тут на берегу и вот жду, когда я смогу это расписать, там, как операцию аппендицита расписывает, там, скажем, врач, который до него миллионы людей делали, и вот оно там все стоит замечательно, все известно. Понимаете? Поэтому, что тут сказать? Значит, люди, которые боятся пойти на создание вот этого месива в разумной, более-менее разумной ситуации, я не говорю про безумных, я говорю в разумной ситуации, эти люди фактически обречены на то, чтобы никогда не выйти на уровень действия и на уровень созидательного какого-то движения. И я хочу сказать, что всякое созидательное движение, если это что-то новое, чего ты раньше не делал, оно неизбежно чревато какими-то осложнениями там и так далее. И в кинофильме, как же он назывался-то, я вспомню, скажу, значит, в кинофильме есть такой эзотерический, вот там пример такой приводится, что человек едет на машине из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. И, ну, есть, он понимает, что он в Лос-Анджелесе, он понимает, что ему надо именно в Нью-Йорк. Но дорога, ну, там длинный путь, понимаете? И он, в принципе, планирует, но там где-то, может быть, мост через речку развалился, значит, надо в объезд. Где-то он планировал в одном отеле остановиться, а тот закрыт на ремонт. А там еще что-то приключилось, дерево на дорогу упало. Всяко бывает. Всяко бывает. И, но если он едет, то есть какое-то место там у него будет возникать. Вот, может, у него украдут там деньги где-нибудь, или шина проколется. Понимаете, ну все бывает. Но если он едет в Нью-Йорк, он приедет в Нью-Йорк. Это абсолютно не обсуждается. Он обязательно приедет в Нью-Йорк, если он туда едет. Если он не знает, куда едет, это отдельная история. Секрет, я вылетел. Кинофильм «Секрет». Да, такой есть. Вот такой. И вот я вот думаю, что вот эта история с поездкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, она как раз иллюстрирует отношение вот к этому месиву в жизни, которое должно быть у людей. Если ты знаешь, чего ты хочешь, и ты движешься, в принципе, в правильном направлении,
и у тебя есть ресурсы, которые позволяют тебе более-менее надежно как бы добраться, ну то есть у вас есть автомобиль, и этот автомобиль не в таком состоянии, что он обязательно развалится там в ближайшие там 500 миль, и вы точно не доедете. Ну то есть что-то такое должно быть, да? Или может быть у вас нет автомобиль может быть развалится, но у вас с собой есть в запаске велосипед. И когда и вы понимаете, что автомобиль скорее всего не доедет, но зато вы пересядете на велосипед и будете ехать. И так далее, и так далее. Вот сколько денег, вот вопрос. Сколько денег нужно с собой иметь, чтобы успешно эмигрировать? Это вопрос, который задают каждый день. И сколько на него не отвечай, столько люди будут его задавать, потому что это как раз вопрос о том, достаточно ли у меня ресурсов, чтобы через этот месс пройти. Понимаете? Если вы будете рассчитывать свои ресурсы в расчете на абсолютно идеальную ситуацию, то, скорее всего, вас постигнет неудача. Потому что абсолютно идеальная ситуация, как мы уже выяснили, складывается только у других людей. Когда дело доходит до нас, складывается совсем не идеально. Поэтому, значит, надо иметь ресурсов достаточно для того, чтобы не в идеальной ситуации, тем не менее, пробиться. Поэтому мы смотрим на какие ресурсы у нас есть, вот то, что я называю критической массой, да? Критическая масса не обязательно решается одним ресурсом. В критическую массу входят и знания английского, и наличие там денег, и, может быть, какой-то опыт в преодолении трудностей, и наличие там богатого дяди, там, так далее. То есть по-всякому бывает. Но не то чтобы, если, скажем, у одного есть 100 тысяч, то другой без 100 тысяч не сможет. Ну, сможет, у него есть английские профессии ходовая. Понимаете как? Всяко бывает. Поэтому, значит, вот это критическая масса. И человек спрашивает себя, вот у меня денег достаточно, чтобы не выпасть за пределы критической массы. А у меня вот английского достаточно, а у меня профессия подходящая, а у меня вот... И начинается. Я поэтому, например, всегда очень внутренне напрягаюсь, когда задают вопросы люди, у которых есть какие-то физические проблемы, там, ну, допустим, он инвалид, там, я не знаю, первой группы, там, скажем, колясочник, да, инвалид-колясочник, и я думаю, ой, у меня внутри все замирает, и я спрашиваю себя, а есть ли у него критическая масса, ну, кроме воли, кроме, там, понятно, мотивации колоссальной, там, и всего такого, но дальше как, понимаете, где критическая масса, спрашиваю я себя, и у меня нет ответа, потому что я никогда не сталкивался с этим сам, и правда, не знаю. Я, может быть, рассказывал уже, но еще раз повторюсь. Вот Юра Спас-Кукоцкий, вот он как бы там бодибилдер, на соревнования шел, и там у него какие-то сомнения, у него тут тянуло, там здесь что-то он... И я ему рассказал тоже эту историю. Так вот, Харлампиев Анатолий Аркадьевич, создатель борьбы самбо, и я это от него лично слышал, да, поскольку я у него там в секции занимался, и он вот рассказывал такую историю, что тезис у него был как раз вот про эту критическую массу, про идеальное состояние, про вот это вот. И он говорит, что когда человек выходит на ковер, так сказать, в действие выходит, он никогда не находится в идеальных ситуациях. В идеальной ситуации. То есть, конечно, это может случиться, там, я не знаю что, но это не то, на что ты можешь рассчитывать, потому что в реальности ты должен быть готов к тому, что ты на ковер вышел, а у тебя проблема. И он говорит, побеждает не тот, победитель, это не тот, кто в идеальной ситуации для себя вот там забрался на первую ступеньку пьедестала. Победитель — это тот, кто на эту ступеньку взойдет, независимо от того, были у него идеальные или не обязательно идеальные обстоятельства. Это он рассказывал, как он сам... Ну, это не был такой поединок. Поединок – это был такой демонстрационный поединок, когда он перед руководством Красной Армии демонстрировал достоинство самбо в боевом, так сказать, применении. И им на складе выдали новые курточки. А курточка, ну, она была, не была мягкая, она жесткая была, не разработанная. И он, значит, там, эти люди высшего пилотажа, он там, значит, от находящего на него противника делал сальто назад, а потом бросался на противника. И вот, делая сальто назад, он сломал руку, поскольку не смог ее распрямить.
И он демонстративно эту руку запихнул за ремень, за спину, и продолжал схватку одной рукой. Ну, как бы демонстрируя, что он ее не ломал, а вот как бы такой усугубляет, как бы, драматизм ситуации, вот, и будет теперь одной рукой сражаться. Что для боевых обстоятельств, да, может быть, вполне даже и реально. Почему же нет? Там, не дай бог, конечно. Так вот, к чему я рассказываю, что... Да, и вот я Юре эту хохмочку рассказал про то, что не бывает идеальных ситуаций. Чемпион — это не тот, кто в идеальных ситуациях, а тот, кто и, не, и вне идеальных, и тоже побеждает. Понимаете? Вот, и с его слов на него как бы подействовало, и он там как бы выступил. Ну, во всяком случае, он морально был настроен лучше, чем мог бы был бы быть на морально настроен. Так вот, давайте на светлый образ. К чему я клоню, что не бойтесь оказаться в ситуации, когда вы создаете какой-то мес. Не бойтесь оказаться в ситуации, когда вы не знаете, каким путем и как это конкретно получится, потому что если у вас цель понятна, и вы ее хотите, это ваша цель. Да? На самом деле это отдельная тема совершенно, как знать, моя эта цель или навязанная мне обществом, или там еще что-то, но это отдельный мир. Но если это твоя цель, вперед. Вперед и не бойся. Ну да, тут там по-всякому, ну ты дойдешь, ты пройдешь, и, в общем, это уже не будет так важно, как это получилось. Вот. Наверное, все. Счастливо.